Привет. Это то самое. Быстренькое такое видео хотел сделать. В общем, сейчас 5 мая, да? Это... Сейчас мы кое-что напишем. Если вы не знали, то я вам скажу, что моя любимая игра с детства. Это растение против зомби. Я, то есть, играл в нее, как бы, когда мне было лет 7. Была она выпущена 5 мая 2009 года. То есть, ей, как бы, юбилей исполняется. Вот, ну, сейчас, вот, в этот день. Конечно, 9 часов утра, да? Но. Я пролистал все. И нигде, блядь, нет, ну, я сюда не могу сходить, здесь нету все равно информации. И, то есть, нигде никто не пишет, блядь, что сегодня, как бы, 10 лет. То есть, никто не пишет. Вот, ну, у меня, конечно, я мало на кого подписан. Кстати, твиттер, ссылочка в описании. И... И даже, блядь, сами они не пишут ничего. То есть ноль ничего не пишут про это. Зайдем на Electronic Arts. Они делают Garden Warfare 2 и скоро выпустят 3, да? Что это? Garden Warfare? Нет, это Apex Legends, конечно же. То есть... Блять. Ну, Twitter, да, понятно. Давайте зайдем на их официальный канал на YouTube. Посмотрим там. Быстренько. Кое-что. Так. Вот их канал. И здесь никаких видео. То есть... Вот 4 месяца назад только, блядь, вышло. Давайте кое-что посмотрим. В шапке. Блядь, заткнись. Давайте посмотрим их шапку, да? У них есть Facebook. Посмотрим сюда. Что же, может, на Фейсбуке, блядь, они написали хоть что-нибудь? И нет, ничего не написали. Конечно же, блядь, они ничего нахуй не написали. Блядь, ну это ж, ну как так можно? 10 лет вашей игре, вам вообще похуй? Дальше. Официальный сайт Garden Warfare, да? Может быть, блядь, здесь что-нибудь написано? И опять же, нахуй, ничего не написано. Может, давайте в новости и медиа. Может, там написано хоть, блядь, что-нибудь. Ничего, опять-таки, блядь, Xbox Live. Так, вот этот вот апдейт стака. И всякие там DLC-апгрейды. То есть ничего. Ноль. Даже, блядь, комьюнити. Даже комьюнити нихуя не пишет, только вот месяц назад, 3 недели назад про апдейт в PvZ2. То есть, я не понимаю, настолько всем уже похуй на эту игру, или только я тут один долбоёб такой? То есть ничего, ноль. Я хотел выложить видео, короче, с... Там сколько уже вышло, наверное, на часа, ну, 5 часов где-то прохождение первой части на день рождения, но я думаю, то, что я не выложу, не уложусь в срок, поэтому никогда не выйдет. То есть, ну вот, в принципе, все. Получается, всем похуй, да, уже стало на эту игру. Никаких нигде не написано. Вот Plants vs. Zombies Heroes. Здесь тоже, да, нет ничего. Здесь даже на русском. И
Новости и медиа. Давайте здесь посмотрим. Ну, здесь как... Что-нибудь. Трясовый триумф. Колоссальные ископаемые. Галактические сады. А здесь еще есть у моей девушки день рождения. То есть, блять, ноль. Никакой информации. Они вроде как они должны что-то сегодня затизерить по поводу новой игры. Типа Garden Warfare 3. Что-то они должны затизерить сегодня, типа. Десятилетие, блять, опять же, но ничего никто не пишет. В общем, такая вот хуйня получается. Подписывайтесь на мой твиттер. Вот подписывайтесь, ссылочка будет в описании под этим роликом. Вот, пошли нахуй. Ой. Ну и под конец хотелось бы сказать то, что я немножко проебался. И на момент записи этого ролика в США еще не было 5 мая, то есть как бы этот ролик не имеет смысла, потому что не с чем поздравлять пока что. Вот. Но если PubCap или EA все-таки проебутся и нихуя не сделают никаких тизеров, и поздравлений даже не будет никаких. Я это напишу в Твиттере, поэтому, ребятки, подписывайтесь на Твиттер, ссылочка в описании. Все видео — это просто моя реклама Твиттера. Смиритесь.